У каждого времени есть свои приметы. И вот эта маска, которая сейчас на мне надета, такая тоже грустная примета времени. Пройдут года, может быть, десятилетия. И уже новое поколение будет воспринимать наши фильмы, показанные на онлайн-фестивале «Беларусьдок», непременно ассоциируя именно с пандемией коронавируса. Наш фильм, который мы представляем, «Фольклор и житё», это попытка напомнить человеку о том, что он является одним целым с природой, со всем мирозданием. Как важно хранить, ценить традиции, беречь и любить друг друга. Поддержите фестиваль «Беларусьдок», обязательно смотрите все фильмы, голосуйте и ставьте лайки.